183 серия. Армения. С правой стороны. Мурманск, Магадан. Будет пройдено 82 километра. Трасса А-360 Лена. Движение в сторону Нижнего Бестихара. Следующая серия. 184-я будет для трассы Лена заключительной. Начнется трасса Колыма. Часов 10 минут местного времени.
особо когда градусов. Вглядываясь вдаль, увидеть щит, которым пугал меня этот вчера водитель. Что 30 километров.
5,9 упал расход бензина. Впервые за двое суток. Вчера и сегодня. Температура 6,5.
дорога сильно изменилась в лучшую сторону.
такое ощущение, что катимся еле-еле. Хотя по спидометру скорость 90. Сомнение, что до Бестиха, Нижнего Бестиха, еще будут жуткие участки ремонта дороги. Сильные морозы, не слабые, поэтому поселки прячутся в низине. Температура опять 5,5 выросла. Дорога-то ровная, замечательная. Вот избавиться, когда вот уберут вот эти вот ремонт, закончат ремонт на этих участках, сколько их было? Меньше 10, даже не помню, не считал их. Проблемы доехать не будет, так надо добавить бы этот заправочных станций или брать с собой
резерв бензина и мост через реку Лена. Очень мало информации в интернете, везде очень мало рекламы о Якутии. Ну, реклама, конечно, можно рекламу сделать, но вот эти вот сейчас по дороге. Заправка тут. Туалет нифига больше не нужен. Заправка или кафе.
путях Якутск, А-360. Федеральная трасса Лена. Начинают осваивать зону для отдыха, для развлечения. Нормально. Я стартовал не с постоялого вот этого двора Ерофея Павловича, а с развязки, где тигр там вот был, развязка на Якутск. То черт, то и ночевал бы, наверное, где-то он здесь уже, под Якутском. Того у меня заняло от трассы Амур. Полностью, наверное, полсуток. Полсуток сегодня. Так, сегодня. В общем, примерно двое суток, я думаю, так. От развязки на Хабаровск и Якутск. Двое суток, я думаю. Thank you.
солнца. Погода, я думаю, примерно такая же температура, как и в Мурманске. Там ночь, правда, опускалась до плюс 4. Здесь до минус 1.
глаза. Пылища. Вот здесь 30 километров ужаса. Я не понял, пыль чистое небо, сухой асфальт.